шоу музыкальные баталии и искренние чувства. Это шоу «Фактор Бай». Здесь все звезды сошлись. Вы знали, что у участников есть формула? Они запоминают, в какую камеру нужно смотреть. Мой педагог Татьяна Николаевна Дробышева, она обычно мне снимает видео с камер. Я вот просто вижу, так, ну вот тут камера вообще-то там, а не там. Вот тут как будто камера чуть-чуть повыше. Стандартно смотрим в крупный план. Если в любой непонятной ситуации смотрим в крупный план. Во-первых, откуда? Откуда или куда? Откуда? Вы же знаете, дорогие дамы и господа, что у нас декабрь. Прекрасный месяц. Волшебный. Дай бог всем здоровья. Был концерт, приехали дальше готовиться к прямому эфиру. Как ты готовишься к прямым эфирам? Ну как, мы репетируем, работаем, репетируем. То есть как ничего сверхъестественного ты не делаешь? Как-то себя не настраиваешь? Нет, но если вы представляете меня, что я вот это вот с кругами начерченными, нет, этого нет. Пока что, может, к суперфиналу у меня чакра откроется. Я приехала на репетицию сразу же после моментального загара. Как ты еще готовишься к прямому эфиру? Хожу в образ, потому что у меня блатная песня, самое что ни на есть. Я не представляю тебя, знаете, на самом деле, в этом образе, это очень интересно. Я тоже не представляю себя в этом образе. Еще больше поменяюсь. То есть, да, если изначально я выходил вот такой весь, то здесь будет больше какого-то трепета, больше чувств. То есть эта песня будет более спокойная. То есть не только вокальная техника, да, но и чувства, душа. Буду погружаться в образ героя, который пережил вот эти чувства. Воспоминания, может быть, какие-то нахлынут. Ну, это уже личное. Личное? Я не буду это говорить. Хэштег не публичное, мы поняли. Вот. Ну, конечно, есть эпизоды, которые вызывают у меня какие-то эмоции по сей день. Нужно закрыть свой гештальт на сцене. Все, Леша, у тебя для этого будет... Закрываем. Значит, смотри, первый эфир – огненная, второй эфир – нежная, третий эфир – какая? Уже, честно говоря, даже варианты заканчиваются. Третий эфир, наверное, то, что скрывается у меня где-то там внутри. Вот это вот Ленка-хулиганка, Ленка-пацанка. Абсолютно другая Лена. Как ты готовишься к этому прямому эфиру? Я анализирую песню, я каждый раз продумываю, в какой момент мне надо какой взгляд сделать, куда посмотреть, как ногу поставить, как руку поставить, потому что... Ну, прям даже ногу и руку, настолько все нужно выверять. Потому что сцена, там же нервы. Постоянно может что-то пойти не по плану, поэтому лучше пусть в голове будет так, как оно должно быть. Отточить заранее. Есть какие-то сомнения, есть какой-то вот надрыв? У меня были просто волнения, минуты волнения, минуты неуверенности, но они прошли. Перед сценой, чем больше ты волнуешься, тем больше ты выдаешь. Ну, волнение, слово «волна». Я пытаюсь быть волной. Я волна! Новая волна. Подо мной будет Нет, вся давай страна. Не так. За меня. За меня голосует вся страна. Вот так мне больше нравится. Репетировала в голове в Москве. Оказалось, утром в Минске. Как тебе здесь вообще? Все вокруг, атмосфера. Кстати, я в шоке, что вообще снега не осталось. Я думала, у нас в Москве все растаяло, а здесь вообще снега нет. Новый год встретим весной, так сказать. А по поводу атмосферы номера, какой будет на этот раз? Номер как будто бы мне очень близок, я не знаю почему. Мне приятно его петь, мне прям самой, прям, не знаю, удовольствие получаю. Какая твоя героиня? Опишите ее, пожалуйста. Девочка, у которой, там, допустим, да, в моей интерпретации была первая любовь. Все про прошлое, как она скучает по своему любимому. Будет трогательно про любовь. Да. До мурашек таких, что у меня, кстати, вот сейчас мурашечки побежали. Подождите, надо отойти от этого. Остановите. Верим, что третий прямой эфир будет очень чувственным и трогательным. Смотрите его уже сегодня в 20:45 на телеканале «Беларусь-1». А с вами была я, Хелена Мирай. Дневники шоу «Фактор». Бай. Пока-пока.